Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас 28 февраля. Ну и хотел бы показать результаты нашей прививки. Завершили мы прививочку 3 дня назад. Вот такие уже саженцы у нас нарастают. Будем сейчас их обрезать, формировать. Какие уже перерастают. Будем закручивать их в ролики. Ну и, естественно, пока еще не готовы полные списки, потому что часть роз еще у нас стоят, ждут своего часа, пока привьются, не привьются, потому что есть, конечно, розочки, которые не привились. Вот, допустим, если возьмем вот эту бобинку, тут видно, что какие-то розочки прижились, а какие-то нет. Ну, как видите, все равно розы живые. Розы живые, радостно, что наш труд не пошел на смарку. И хотел бы показать вам, мы уже начали высаживать двухлетние саженцы роз. Горшочки. Часть мы уже высадили в отапливаемую теплицу. И уже будем. Многие регионы спрашивают пораньше отправить розы им. Более южные регионы. Ну, я уже отвечал не раз на вопросы, что пока не нарастет хорошо корневая система, мы розочки отправлять не будем. Также молодые саженцы уже в другом месте. Как видите, тоже все растет, все живое. Вот тоже двухлетние саженцы роз. Будут они к вам приходить вот с такими фирменными нашими бирочками «Розы от Макса», где указан это наш сайт «Розы от Макса» и номер телефончика мой, который можно связаться или написать в WhatsApp. И наш сайт «Роза46.рф». Вот такие вот розочки двухлетние уже высажены. Ждут своего часа. Мы их будем растить, ухаживать за ними и отправлять уже вам. И на этом у нас, пожалуй, все. Спасибо, что подписываетесь на наш канал, ставите лайки. Всем желаю хорошего настроения, здоровья. До свидания, до новых встреч.